Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с воскресным днем, который носит название «Торжества православия». В этот день во всех церквах православных по всему миру после Божественной литургии, и мы в том числе, в частности, сейчас будем совершать чин торжества православия. Этот чин был установлен в IX веке в ознаменование торжества православия над неправильными религиозными учениями. Все мы знаем, что человеку свойственно ошибаться, человек может не понимать Евангелие, или что хуже, он может понимать его неправильно. Человек может не соблюдать заповеди Христовы, знать о них, но не соблюдать заповеди Христовы, или соблюдать их неусердно. Но мы все должны твердо знать, что истина находится в православной церкви. Ибо церковь Святая Православная является хранительницей истины Божественной, хранительницей Божественной премудрости. Она есть раздавательница даров благодати Святого Духа. И Святая Церковь учит нас, как жить, как молиться, как приближаться к Богу. И она воспитала сонмы святых угодников Божьих, которые своим внутренним светом сияет на небесном небосклоне духовном. И сегодня Святая Церковь призывает нас хранить православную веру, ибо, храня ее, мы будем и в этой жизни приближаться к Богу, чувствовать Бога в своем сердце, в своей душе, и в будущей жизни будем прославлять Его, Отца и Сына, и Святого Духа со всеми святыми. Аминь. С праздником!